Великобритания должна представить план, который решит проблему границы между Ирландией и Северной Ирландией, иначе переговоры о Брексите могут зайти в тупик. Об этом на пресс-конференции в Дублине заявил председатель Европейского совета Дональд Туск. Правительство Великобритании не согласно на таможенную и нормативную границу по Ирландскому морю, единый рынок ЕС и таможенный союз. Мы уважаем эту позицию, но ожидаем, что Великобритания предложит конкретное и реалистичное решение, чтобы избежать жестких границ. В настоящее время граница между Ирландией и Северной Ирландией фактически не регулируется. Жители острова хотят сохранить свободу передвижения и после Брексита. Однако в то время Великобритания, а с ней и Северная Ирландия, уже не будут частью ЕС. Все заинтересованные стороны против восстановления границы, поскольку это снова могло бы вызвать конфликт в провинции Ульстер. Он завершился 20 лет назад Белфастским соглашением. Ранее ЕС предложил создать на острове зону совместного регулирования. Таким образом, сохранился бы единый рынок и действовали бы положения таможенного союза. Однако Лондон не принял предложение. Мы признаем демократическое решение Великобритании о выходе из ЕС, которое принято в 2016 году. Также мы признаем демократическое решение, принятое на острове Ирландия в 1998 году и все его последствия. Нарушение хрупкого мирного процесса нужно избежать любой ценой. Председатель Европейского совета отметил, что проблема границы на острове касается не только Великобритании и Ирландии, но и всех стран Евросоюза.